Итак, надеюсь, стрим уже работает. На Твиче я запустился. И да, трансляция, дорогие друзья. Обещанный мной Star Wars The Old Republic. Та самая мой RPG. И вы, мои дорогие подписчики, проголосовали, чтобы я играл за Ситха Воина. Поэтому я буду играть за Ситха Воина. Это вот этот вот персонаж. Хотя другие персонажи тоже довольно интересненькие. Я надеюсь, музыка не слишком громкая. Ну так, ладно. Вот за этого персонажа я раньше играл. Дошел до 40 уровня, но сегодня мы будем играть за этого, поскольку вы проголосовали за него. Сегодня я не буду слишком долго играть, поскольку времени у меня, собственно, перед сном не так уж и много. И пока что трансляцию смотрит только один человек. Если ты говоришь по-русски, то, пожалуйста, скажи... За какую расу ты предложишь мне играть? Хотя, в принципе, я хочу вот за забраков, наверное. Хотя я никогда не играл за киборгов, можешь попробовать. Но они слишком уж уродливые какие-то. За хуманов. Humans. Может, за забрак. Вот это, кстати, красиво выглядит довольно-таки. Так, это камерал. Да. Я бы хотел за чисов сыграть. Севран Стан. Знаете Севран Стан? Мой любимый персонаж из Star Wars Galactic Battleground. О, кстати, нормальный ситх. Давайте за этого ситха сыграем. О, Валай, привет. Сит... Ой, блин, сервер-то я какой выбрал? Сервер немецкий какой-то. Немецкоязычный. Блин, надо посмотреть какой-то сервер, если честно. Не, наверное, я все-таки начну на другом новом сервере. Потому что нет смысла играть с немецкой... У меня Siemens Dispenser. Так, как тут... Вот. Валай Балалай. Блин, надо было посмотреть, на каком сервере играет Валай. Tomb of Freedomnet. Тут такого не... А, он в Европе. Вот он. English. Select. И... Select! Отлично. Логинимся. Логинимся, друзья. БХ, оперативник и БХ. Так. Левел 1, конечно же, потому что у меня нет подписки. И ситха воина. О, какие усики там были. Но нет, мы будем играть вот за этого брутального чувачка. It's useless to defy me. Я не знаю, как defy переводится. А, я забыл ввести имя. Ну... Павел Ларин, конечно же. Да, мне Павел Ларин. Чтобы больше... Нет, Ларин Павел. Ларин. Хочу, чтобы больше людей меня запомнило. Все-таки пиар бесплатный. Никогда не помешает. Да. Так, почему-то... На телефоне на моем этот стрим как-то фигово идет. Возможно, придется свернуть игру и посмотреть, как этот стрим идет на компьютере. Но пока что насладимся заставкой. Хотя, черт, меня же могут забанить за использование за... Нет, я ее пропущу. Нет! Нет. Нет. Вот, посмотрим вступление. Так, а пока что... Пока что... Что пока что? Так, я нажал же пробел. Че он... Spacebar, алю. О, вот. Смотрим и наслаждаемся. Музыка, конечно, красивая, но, боюсь, могут забанить за нее. Так. Блин, я пропустил заставку. Надо ее посмотреть будет, но сперва я сделаю потише звук. И мастер звук, и voice, и music, apply, окей. И давайте же насладимся заставкой. Overseer Tremel. Привет, Tremel. Парефи, окей. Регнусь. Потом я, наверное, нового персонажа создам. Даже не знаю, честно. Честно. Надо будет что-нибудь запилить с этой реферальной ссылкой. Да. Когда мы играем за Инквизитора, то... За Инквизитора Империи, который молнией пуляется, то мы, типа, начинаем за раба. А вот тут мы, наоборот, за помещика какого-то играем, за рыцаря. Не знаю, не рыцарь. Как его можно назвать? Ну да, он скоро станет рыцарем ситов.
Итак, мы прибыли. Хорошо, хорошо. У нас много чего надо сделать. Я ваш наблюдатель Тремел. Десятилетия я наблюдал за... Зачем? За испытаниями, для того, чтобы выбрать самых достойных претендентов. Ну, нам нужно отсеять самых слабых, поэтому те, кто проходит наши... О, привет! Привет, FLAFST. Привет, напиши еще что-нибудь в чат, если ты слышишь меня. Ну так вот, нам, собственно, рассказали о том, что испытания, которые предстоят мне, очень опасные, смертельные. Короче, а, нет, то, что мы прошли уже. Короче, ладно, я буду... Не буду разочаровывать вас, учитель. Или не учитель, а просто надсмотрщик. Ха-ха, он хочет, чтобы мы подчинились его воле. Да. Добавить, друзья, перефургон. Так, ладно. You face a trail, you certainly... Ну... Нет, я не куплюсь на это. Да. Знай, кто на твоей стороне. Так. Это сервер... Европейский сервер The Tomb of Freedom NAD. Гробница Фридона НАДА. Сервер. ПВП. Так. Ученик по имени Вермин. Он твой враг, и он хочет... он захочет убить тебя. Поэтому мы должны подготовить тебя. Ну что ж, он просто умрет. Он просто умрет. Да, когда-нибудь я уничтожу всех своих врагов. О, да, мне нужно оружие для доминирования. В гробнице Аджунта Пола существует некая старая кузница. Да, кстати, графончик не очень. Просто посмотрите на это, мыльные текстурки. Но, если честно, у меня процессор не самый лучший, да видеокарта тоже не самая сильная, поэтому... Так, в гробнице много этих гусениц. Ну ладно, я убью этих гусениц, потому что эти гусеницы недостойны жить. О, 5 человек смотрит. Всем привет, дорогие друзья. Предложение? В смысле? Я не понимаю. Веер Эксай. Какое предложение? Какое предложение? Так, посмотрим. Чен... А, надо в настройках, кстати. Или... Вот, Extended Quick Bars. Или нет, или Advanced. Ну, Advanced как-то получше, вроде. Или Extended Quick Bars. Так вот, какое предложение он мне сделал? Не могу понять. Какое предложение? Ладно. Пройдем же по пути. Необходимо прийти к этим... Опа. Привет. А, ну это тоже Sith Voice. А, это Sith Inquisitor. Давай... Дадим ей баф, возможно, она нам тоже даст баф. Люблю постоянно делиться бафами в этой игре. Дает небольшую прибавку к фарму. Так, вот это, я думаю, вот сюда переставим, вот это сюда. Активируем форму Шичо, которая нам, собственно... Эй, эй, стой, лифт, не уезжай! Блин. Ладно, включим форму Шичо, которая даст нам небольшую прибавку. А вот и... А вот эти штучки, дрючки. Сразу двойной удар наносим и... Тройной ударчик. Да, немного подлагивает из-за стрима, но надеюсь, вам не сильно заметно. Так, я забыл как-то тут... А, на правую клавишу мыши. Окей. По-моему, это не то место, куда нам надо идти. Или... 5, 6 этих монстров надо убить. Да, ну что ж, давайте этим займемся. Фуражир. Фуражир. Или фуражир это бурильщик. И я, честно, плохо... В английском разбираюсь. Честно. Плохо. Да. Да, и, кстати, та инквизиторша так и не захотела с нами поделиться. Так, а это кто там бегает? Не поделится с нами своей способностью? Ну ладно. О, уже 6 человек смотрит. Привет, ребят. Напишите что-нибудь, новоприбывшие, что-нибудь в чат, пожалуйста, напишите. Мне очень важны ваши комментарии, поскольку они увеличивают рейтинг стрима и, соответственно... привлекает еще больше жителей. Так что, пожалуйста, не молчите, общайтесь друг с другом и со мной. Я всегда буду рад ответить. Хотя стоит указать, что тут существует задержка.
в секунд 30 или даже в минуту. Этот сержант из 5-го отряда артиллерии, пехоты. Так, могу ли я поговорить? Давай, поспеши, чувак, поспеши, давай, побыстрее поговори. Окей, окей, ну, давай, давай, пойдем. 50-й? Блин, я просто чат не смотрел последние 10 секунд. 50-й недоступность. Ого, а чё он крутой, этот шмот. Накачивать. Так, hard mission to extend. Ну что ж, пора убить этих слагов, этих личинок. Ладно, пофиг, пофиг на диалог, я думаю. Короче, пора уничтожить яйца этих гадов. Я разберусь с ними. Надеюсь, это будет нетрудно. Кстати, надо выучить способность. Force Charge. Кстати, это хорошая способность, по-моему, она станет. Так, что-то неудобное управление. А, это после обновления оно переделалось. Надо перенастроить немножечко. Где Key Bindings? Трансмогрификация. Это что такое? Трансмогрификация. Я не знаю, что такое трансмог. Ладно. Так. Movement. Move. CTX. Strafe left. Так. Strafe right. Так. Turn left Q. И turn right E. Apply. И окей. Окей, дорогие друзья. Прыгаем. Прыгаем же в бой поскорее. Ну, вот этого с одного удара можно снести, в принципе. Ого, даже этого. А ну они, потому что слабенькие. Слабенькие ребятки. Detonate the explosive. Explore the armory. А, стоп, где эта армия находится? Вот там, внизу. Ладно, сначала разберемся вот с этими ребятками. Уж не знаю, урон по площади. Так, что эта способность еще дает? Прыжок на цель. И стан на 2 секунды. Круто. А, убогая шмотка заставит выглядеть эпично. Ну, я этим не пользуюсь, потому что у меня донат. Нечем платить. Экономлю на дошираках, ребят. Купил себе рекламу на ютубе на деньги, сэкономленные от дошираков. Так, ладно, посмотрим. Эта броня выглядит получше, чем наша предыдущая в плане характеристик. Но по внешнему виду она одинаковая. Хотя нет, вот этот более такой подтянутый. Желтоватый немного, конечно. Но мне кажется, это не сильно отпугивающий цвет. Обездвиживание? А, иммобилайзинг это обездвиживание? Типа. Я думал, это стан. Ну, типа, полностью оглушение. Так, еще что-то из шкуры банты. И тоже получше, чем стартовые. Так, а это что, не хочешь стрелять, что ли, меня? Я тогда тебя сам ударю. О, давай, иди сюда. Прикольно, прикольно. Хотелось пистолетик по мне пострелять, а я, между прочим, ситх. Ситх настоящий. Так, кто там по мне стреляет? Это ты, что ли? Иди сюда. Ты же сдох. Как ты еще живой? Ты же умный. Стан это стан, да. Звучит вполне логично. Так, ну что ж, воспользуйся вторыми ударами. Эй! Yes! Yes! Так, на тебе нет. Хотел снести его с одного удара, но не получилось. Так, что там нам надо? Квест. Я забыл квест взять. Как так? Вот как так? Так, а как тут автоход врубить? Чтобы просто идти по... Ну, типа, не нажимать ни на какие кнопки, а просто идти вперед и... На расслабоне, так скажем. Так, ладно, посмотрим, что тут за записи. Так, наемники... Наемники украли артефакты. Вы... А, типа, нам разрешено
типа, их убить, и поэтому их надо убить. Да. Раз разрешено, так надо этим заняться. Тем более, что нам от этого большой плюс. Так, а откуда мы пришли, собственно? Мы оттуда пришли, вроде. Ладно, взорвем взрывчатку сначала. Авторан, погодите, сейчас зайду в автор... Ой-ой-ой! Иди сюда, иди, фу, собачка, плохая собачка. Умри. Третий левел. Так. Авторан, Авторан. Посмотрим. Мувмент, а где тут Авторан? Follow target. Что-то тут нету такой функции. А что со стримом? Не показывает, что ли? Что со стримом? Не показывает, что ли? Не понимаю. В чем проблема? Вроде ж показывает. Сейчас сверну игру, проверю. Вроде показывает. Или что? Да не, все хорошо. Насколько я знаю. Может, вы с интернетом проблемы небольшие? Потому что сейчас вечер. Так, давай быстрее разворачивайся, игра. Так, скажите, есть ли проблемы со стримом или нет? Это очень важно, потому что все норм, отлично. Так. В таком случае пора идти вперед, не тратить время, ибо времени у нас немного. Я, конечно, поиграю до полвторого ночи, но... Да, не стоит так со своим здоровьем. Мне просто ко второй паре завтра, поэтому я немного расслабляюсь перед сном, так скажем. Играя в... Золот Репаблик, свой любимый... Ну, это не любимый RPG. Моя любимая RPG это все-таки второй Котор, Knights of the Old Republic 2. Как-то мне больше нравится, если честно. А, чем вот эти MMORPG. Мне вообще MMORPG не очень привлекает. Я... Мой первый MMORPG был, как там, Perfect World. Вообще не понравилось. Настолько скучная игра была. Ну и потом еще я играл в Володе онлайн, тоже так себе. Ну хотя в Володе онлайн сеттинг хороший. Как за Империю, так и за Лигу. Не взрывай, не взрывай! Слышь, он все взорвал, вот черт. Ну ничего, тут есть еще. Тут есть еще. О, кстати, стоп. Так, нет, она Сит-Воин, а он кто? Он Сит-Инквизитор. Давайте его добавим в группу. Ну или хотя бы напишем... Please use your buff ability. Типа, пусть он buff... Блин, мне нужен 10-й левел. Да, удачи, валай-балай. Надеюсь, кто-нибудь другой вместо него будет писать в чат. Так, а что произошло, собственно? Пока я пытался призвать этого чувака, до 10-го уровня нельзя писать. Так, короче, можно писать приватные сообщения, походу, никак вообще, никак нельзя. Можно, наверное, только в общий чат писать. Сейчас попробую. Так. Так. Ну ладно, пойдем на поверхность. Я думаю, уровня до 5-го сегодня. Доиграю и пойду спать, поэтому... Сегодня у меня времени не очень много. Я думаю, фармить снова этих ребяток нет смысла, потому что они первого уровня, и за них мало дается опыта. Ну ладно, сейчас убью. Не надо агриться. Вау. Все, отстаньте. Ну хватит меня кусать. Вы, конечно, милашки, но это не хочется тратить на вас время. Так, потом купим, сначала квест сдадим, нам за это опыт дадут, может, 4-й левел уже получим. Да, выдающийся. Мы выдающиеся. Наденем же выдающиеся браслеты. Это же браслеты? Брейсерс, как... А, это наручи называется в русском языке. К сожалению, я не только английский плохо знаю, но и русский не очень хорошо. Так. Kinect Damage. О, кстати, прикольно. Это типа... Так, нормально. Вот этот удар мне нравится. Так, сейчас попробуем его изануть. Сколько он там? Он даже не требует... Не, он требует энергии, по-моему.
Да, он требует столько же энергии, сколько удар номер два. Ну, сейчас протестируем. Бам! 8 целей. Можно сразу застанить. И будет очень хорошо. Бам! Ну, как он выжил? Ой, я же 4-й левел не получил. Вот черт. Так, зря я потратил эту способность. Она сейчас КДшится будет. Не самый лучший вариант. Лучше бы я вот на этих потратил. Ну, в принципе, на самом деле, пофиг. Потому что убить они нас все равно не смогут. Надо было второй удар сразу юзать. Лутеры. Давай. Иди сюда. Вот так. Удар. Гол. Все, гол. Да, умираешь. Че, никто не хочет, что ли, в чат писать? Валай-балалай ушел и... И все, что ли? Кстати, валай-балалай, спасибо за полезную информацию. Я на тебя, пожалуй, размещу ссылку, когда на ютубе буду видео выкладывать. Да, спасибо за твои советы. В общем-то, что еще можно сказать? Больше ничего, вроде никто в чат не пишет. Может, у меня, конечно, чат заглючил? Да вроде нет. Два человека смотрят, а в чат никто не пишет. Так, игру я сворачивал, сейчас снова разверну. О, уже один человек. Да, на Твиче это намного тяжелее стримить. Мне кажется, стоит на Ютубе постримить, попробовать. Так, быстрее разворачивайся, игра. Твич не лучшая платформа. Вау, вот это лаги. Упс, давай. Быстрее, игра, переставай лагать. О, какие... Подождите, это же доспехи древних ситов. Помню, читал комикс про древние ситские войны. Там такой же доспех был на лорде Нага Седау. Я думаю, вы знаете, кто такой Нага Седау. Если нет, то... Когда-нибудь я сделаю, наверное, видео про Нага Седау. Но это будет не скоро. О, так, это кто? Это у нас ситх инквизитор. Так, надо... Please give me buff. Блин. Мне даже нельзя в публичный чат, походу, писать. Ну ладно. Ладно, пойдем. 11 левел. О, отлично. Интересно. И за какого... Ты за республику или за империю играешь? Так, что, давайте... Imperial Edict. Что там? Recover Air. Не хочу артефакты, хотя... Ну ладно, схожу за артефактами, пожалуй. Схожу за артефактами. Ну так что? Flaps... Флэфст, какой у тебя там ник? F-L-A-S-F. Ты за империю, за республику, за кого ты играешь? Ответь, пожалуйста, не молчи. Мне очень страшно, когда я тут один. Когда все молчат. Ничего не пишут в чат. Я, конечно, понимаю, что задержка 2 секунды, но все же. Так, это... Чего они там держат? Большие пальцы вверх? Да, ребят, походу это сигнал для вас поставить лайк. О, спасибо. Подойди-ка сюда. Нет, убежала. Я хотел с ней понежиться. Мародер, окей. Такой же класс, как у меня, но... Так уж и быть. Так, возьмем 3 артефакта. Нам надо убить этих чувачков или нет? По-моему, нет. Но на всякий случай все-таки, наверное, что-нибудь сделаем. Ну, не надо меня ставить. Ну, пожалуйста. Так, теперь вторую клавишу и... Дохни. Ваня, окей, Иван. А меня ты зови Пашей тогда. Я Паша. Твой друг. И вас, друзья. Всех подписчиков и тех, кто еще пока не подписался, но уже планирует. Так, это босс, да? Нет, по-моему, это не босс. Это просто стронг. Стронг это еще не босс, с него лут не падает. Со Стронга лута не падает. Кстати, ребят, о, уже еще один человек подошел, отлично. Уже двое человек. Нас смотрели 6 человек, но, видимо, мой стрим оказался для них слишком скучным. Жалко. Ну ладно, это их... Так, стоп, синенькое что-то. Это я могу своему компаньону подарить. Вот эту руку. Это артефакт. Рука дроида-ассасина.
Ну, правда, у меня будет этот, как его... О, чувак, А, я не могу писать, ну ладно. Не хочет... О, бонус! Вот бонус я люблю. Вот бонус я люблю. За бонус большое спасибо. Так, это выход на поверхность, но нам пока туда не надо. Нам пока туда не надо. Нам надо вот сюда, в подземелье, как можно глубже. Мы сейчас получим свой крутой ситский меч, который, по-моему, будет выглядеть уродливо. Да. Ну, да, потому что я хотел, когда я играл в эту игру в первый раз, я хотел, чтобы у меня меч был хотя бы как вот Knights of the Old Republic. Там прям такой меч, как самурайский, прям катана настоящий. А нет, беру меч, а тут какой-то посох. Вот реально, что это за убожество? Вот посмотрите на это. Просто посмотрите. Кстати, он же в камень вложен. Как он его взял? Ну ладно, пофиг. 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 У меня два письма. Так, ладно. Меч древних, который намного лучше, чем мой старый меч. А-а-оу, дроиды должны быть убиты. Так, теперь по площади удар. Так, удар, гол, Киржаков забивает гол впервые в жизни. Да, я настоящий Киржаков в мире шутеров, но хотя бы в RPG я играть умею. И да, у меня заканчивается ХП, поэтому надо быстренько что-то сделать. Я убью тебя! Нет, я выживу. Да, наверное, я слишком громко кричал. О, брейсеры. Надеюсь, эти получше. Нет, они хуже. Они даже хуже. Так, где еще роботы? Где роботы? Роботы! Ребята! Вот он я. Давайте пытайтесь меня убить. Доспехи. Я бы взял доспехи. Почему их нельзя взять? Ну ладно. Ладно. Я слежу за вами. Где вы? Роботы. Их нигде нету. Пусто. Да, даже капусту не посадить. Опа, а вот и роботы. Иди-ка сюда. Иди-ка. У меня для тебя эдикт. Эдикт на уничтожение. Смертная казнь. Да. Смертная казнь в этом мире Корибана разрешена. Так что не надо. Не надо угрожать другим людям. Будете жестоко наказаны. Тут, мне кажется, я несу какой-то бред, но. Так уж и быть. Развивай, тренируй свой мозг на быстрое скороговорение, хоть и не самое качественное. Так, если вы смотрите это видео на Ютубе, то, ребят, пожалуйста, поставьте лайк. Потому что, ну, сами понимаете, без лайков как-то жить грустно. Канал-то не растет без лайков. А вы знали, что без лайков-то замедляется рост канала? Поэтому, если я хочу иметь хотя бы 1005 подписчиков, то мне надо постоянно напоминать всем подряд о том, чтобы поставили лайки. Да, в принципе, я не вижу ничего стыдного в этом, в том, чтобы просить лайки, потому что, ну... Вчера мне написали в комментариях, типа, ну вот, что-то лайки просишь, а я говорю... Ну и что я прошу лайки? Как будто тебе хуже станет, если ты лайк поставишь. Нет, ну реально, есть такие люди, которые не ставят лайки чисто из принципа. А собственно, почему? Хуже-то им от этого не будет. Ну, такие вот люди хотят, видимо, другим насолить. Все-таки пока что, как вы видите, рекламу я не размещаю, деньги не зарабатываю. Так что... Могли бы поддержать хотя бы морально, лайками, комментариями. Да. Ну что ж. Нам до выхода осталось совсем недолго. Там уже выход. О! Что за ситх? А, это не ситх, это... Как его? Это из расы... Пауанцы. Как там? На планете Утапау они живут. Из третьего эпизода. Я думаю, вы все видели третий эпизод. Кстати, вы знаете, что Джордж Лукас... При съемках четвертого эпизода я сперва хотел Татуин назвать как раз-таки Набу, а потом Утапау. Или нет, он всегда хотел назвать Утапау. А вместо Альдерана, по-моему, Набу.
Если честно, не очень хорошо помню, но что-то такое он хотел. Да. Так, все еще два человека смотрят мой стрим, никаких новых людей не прибавилось. И те, кто старые, находятся, пока что ничего нового не написали, что, в принципе, очень грустно. Да, не забывайте. Все-таки стрим — это место для общения. Если бы вы хотели просто посмотреть, то вы могли бы зайти на YouTube. Хотя это видео будет выложено на YouTube, поэтому не вижу проблем, на самом деле, для себя. Но ладно. В следующий раз, я думаю, попробовать постримить на YouTube. Хотя, не знаю, даже, может быть, стрим на Твиче все-таки выгодней. Или на YouTube выгодней. Но дело в том, что на Твиче обычно донатов больше. То есть, ну, я-то еще ни разу пока не получал донат. У меня слишком маленький канал. Но донат вроде на Твиче больше дают. Люди, что ли, там пощедрее. Или просто побогаче люди там. Не знаю. В общем, да, на Твиче донат больше дают. Я разобрался с этими сборщиками, собирателями, лутерами. Ладно, я плохой переводчик, слишком медленно перевожу. Ладно. Ваша воля исполнена. Не ваша воля. Короче, все. Я выполнил твою просьбу, жалкий солдат. Ты должен быть благодарен мне по гроб жизни. Ты меня нашел? О, где ты? Где ты? Ой, привет, чувак! Привет, вот почему ты не писал долго. Потому что ты искал меня. Ну, привет. Чё, куда? Какие у тебя квестики? К сожалению, не смогу никакие квестики сегодня повыполнять. Больше там, у меня 10 минут есть только. Вот, поэтому... Ну, 10-15 минут, может, еще поиграю. Так, давайте отметим эту точку перевозки и... Пойдем отметимся на вот этой карте. Не карта. Откроем этот маячок для нас, чтобы в следующий раз прийти. Ну что ж, посмотрим, что это за квестик вообще. Это, короче, надо идти к... О! Еще один квестик. Давайте возьмем. У меня есть для тебя сообщение, ученик. Ну, не ученик, а акалит. Как послушник, во. Короче... Какая у тебя красная кожа, детка. О, какая красная кожа. Ох, она какая стерва, чтобы даже дотронуться до женщины с красной кожей, нужно быть настоящим ситхом. Но ничего, я настоящий ситх. Да. Хорошо, я пошел в академию, и я еще дотронусь до тебя. Не волнуйся, жди меня. Имперский флот? Ну, удачи. У тебя там, кстати, будет миссия... Там, героик, или как он называется. Ну, короче, которую группой надо проходить, но... Суть в том, что тебе там дадут бота, который, в принципе, бессмертный. И, ну, короче, эту групповую миссию можно легко в одиночку пройти даже. У меня, кстати, когда я объявлял 1000 подписчиков... У меня конкурс был на 1000 подписчиков. Тогда я как раз записывал видео на той групповой миссии. Так, куда нам надо идти? А, кстати, насчет конкурса. В честь 500 тысяч просмотров на моем канале я устраиваю конкурс. И для вас это было сюрпризом, а теперь я готов раскрыть этот сюрприз. Дело в том, что мой один друг уже в данный момент занят печатью 3D. И он печатает для меня небольшую фигурку Дарта Вейдера, на которой я оставлю свой автограф, и победителю конкурса. Ну, конкурс пока не объявлен. Я только сниму видео с этим конкурсом, и тогда, в общем-то, вы будете делать репосты в группах ВК, ну и все дела. Ну так вот, получите эту, собственно, статуэтку с моим автографом, так что... Не забывайте подписаться на мою группу ВК, если вы это еще не сделали, потому что для участия в конкурсе это будет необходимым условием.
Так, а теперь что это? Так, это защитное умение. Так, вот это вообще нам не нужно. Так, это у нас... А, это типа удар по площади. Ну ладно, норм, норм. Так вот. Напишите в чат, если это хорошая... Вообще хорошая идея. Статуэтку. Или нет. Но мне кажется, это довольно интересная идея, потому что Дарт Вейдер сам по себе интересный персонаж. Не знаю, если бы я был подписчиком кого-либо, кто разыгрывал бы статуэтку Дарта Вейдера, я бы 100% участвовал бы в конкурсе. И... Но все-таки от того, что вы сделаете репост, у вас не убудет, а у вас появляется реальный шанс получить очень красивую статуэтку, да еще и с моим автографом. Так, а это, видимо, еще ученики. Видимо, они будут нашими соперниками. Ну-ка, отвянь! Лучше меня не злить. Думаешь, что ты пытаешься защитить меня? Нет. Нет, так, это глупо. Так, все, это глупо. Идите нафиг. Вы из Балморы? Так, все, я вас убью. А, они уходят? Короче, они угрожают нам убийством. Да как они смеют? Нет, они не посмеют. Они не посмеют, конечно же. Так. Конечно, я в одном куске. Кто меня убить мог? Я самый сильный ситх в галактике. Я убил всех этих тварей. Так, а это кто такая? Эскелла. Так, это его дочь, чернокожая. Красавица, да? С этим шрамом на пол головы. Так, ладно. Так, Во, я хочу заткнуть рот этому вермину, который только что хотел попрессовать меня в коридорчике. Нет. Так, не стоило бы, конечно, пропускать эти комментарии, потому что наверняка меня будут смотреть потом на Ютубе люди, которые читают по-английски хорошо. И не хотелось бы лишать их удовольствия прочесть это интересные диалоги. Я бы дал вам и послушать, но тогда была бы слышна музыка, а за музыку меня могут забанить на Ютубе, сами понимаете. Так, ладно. Так, короче... А, типа он с это, полукровка. Ну ладно, разберемся. Блин, нафига я опять пропускаю? Пойду за колой схожу, платочек сделаю. Какие-то там криминальные деятели. Короче, они обречены. Doomed. Они обречены. They are doomed. О, нам дали 50 очков темной стороны. Кстати, вот я когда играл за светлого... Ой, за светлого. За Ситх Инквизитора, я всегда старался светлую сторону, потому что я хотел лицо свое нежное сохранить... Сохранить сохранности. Сохранности. А потом оказалось, что даже имея темную сторону, будучи на темной стороне, можно, оказывается, сохранить лицо. Причем не только для подписчиков, но совершенно бесплатно. В общем, да. Активный. Чё? Ладно, посмотрим. Так, нам письмо пришло. Надо посмотреть, где тут вообще можно письма получать. Где-нибудь в контине? Даже не знаю. Так, а это что? Speak to... Ага, сейчас будем пытать джедая. Или нет? Это та миссия, интересно. Ну ничего, мы сейчас выбьем из него всю дурь. Будем поступать по-плохому. Или это... Это не та миссия. Нет, это за Ситха Инквизитора, по-моему, тут. Ох, какая милашка. Короче, давайте пропустим любезности и перейдем к делу. Рамп.
Так, вот это джедайки, а вот это джедай. Вот это тот самый джедай, которого надо унизить. Морально и физически. Ну, надеюсь, мы его не убьем, хотя... На самом деле, мой персонаж... Короче, все, они будут истекать кровью. Так, вот этого слева. Она говорит, типа, делай что со мной, что хочешь. Нет, извини, ты не в моем вкусе. Давай я просто тебя убью. Он не боится умереть, конечно. Короче, говорят, типа, ее наняли анонимно. Подождите, это джедайка или вообще наемный убийца? Не могу понять. Ладно, расскажи мне об убийстве. Типа, она его не убила, он был пойман до того, как она это сделала, вообще попыталась. Так, ладно. Так, я хочу подраться с ней. Давайте, подеремся. Как ты смел назвать меня козленком? Он назвал меня козленком! Кид! Кид, это козел! Как ты сам козел? Ладно, я знаю, кид это всего лишь дружеское. Как это? Выражение в английском языке. Так, почему удар нанес так мало урона? Вот это уже получше. Ну все, она умерла. Переходим к следующему. Этому. Заключенному. Surprised! Yeah, you're from Great Britain, pal! У него прям такой британский акцент. Так, ладно. Короче, она типа низшее существо. А, вот это ситх, типа, и он хочет подраться. Ну, заткнись ты, вообще заткнись. Трубу заткни, что? Чемпион переводится как защитник. Поборник. Да, чемпион не только чемпион переводится чемпион, но еще и защитник. Так что да, английский с Павлом Ларина. Хотя нет, наверное, вы знали это, что чемпион переводится как защитник. Ну ладно. Короче, он хочет со мной подраться, типа, он не хочет, чтобы... почему фраза «продолжай гнить» дает нам очки светлой стороны? Короче, я убью его, все. О, нет! Я умираю! В унижении! Давай, умирай. Все, умер. Бьем-бьем! Да. Блин, нафига я произнес это? Я, мне кажется, как дурак. Что-то так произнес. Ну ладно. Ну чё? Ладно. Короче, похороните его с честью, так уж и быть. А, типа он снабжает республиканских шпионов документами. Ну, типа, его пытают, но он признает себя невинным. Да, я невинный, я невинный. Ну что ж, я не куплюсь на это. Я сделал много плохого в жизни, но я никогда бы что-то там не сделал такого уж плохого. Ну, типа... Forgery — это подлог переводится. Или... Да, подлог, по-моему, переводится. Ну что, давайте доведем его до отчаяния. С пытками. Подожди, там же было написано bleed. Типа я должен был из него кровь выжать. Ну ладно, будем пытать. А почему меня вообще судьей выбрали? Я же, типа, обычный этот ученик Академии я. Я еще не судья, я даже не сдавал экзамена на судью. Как я вообще могу кого-то судить? Ладно, мне кажется,
На этом сегодня закончим. Сфотографируемся на фоне красивой заключенной Тверечки. Она будет танцевать? Нет. Ну ладно. В любом случае, друзья, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и, конечно же, на Twitch и на группу ВК. Все ссылки в описании. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Стрим заканчиваю. Всем пока. Возможно, вам стоит написать что-нибудь в чат перед тем, как я уйду. Нет? Попрощайтесь. Ну все, ребят, пока. Сегодня не так уж много людей смотрело мой Twitch стрим. О, пару людей добавилось все-таки. Ладно, всем спасибо. Так, как выключить стрим-то, я забыл. На кнопочку надо нажать. Раз, два, стоп.